see one more light that's fading. Hear about one more broken dream. Pray for just one more faith that's dying. It's one too many. And if I see one more child walking, just one more mile for water. If I wait one more minute longer, it's one too many. When I think what could be if we let our hearts believe that it takes just one, just one could turn this all around. And if we're living history, how will they think of you and me? If it takes just one, just one, what if, what if, what if I'm the one? Сегодня вот такой прекрасный, счастливый, такой ясный, такой вот необыкновенный день, где-то там высоко-высоко, среди нежных облаков и ярких звезд соединятся две души в одну и сольются два сердца в одно единое. И теперь вы вместе пойдете по этой жизни, поддерживая друг друга, рука об руку. Сегодня, 5 июля 2014 года, регистрируется брак граждан Российской Федерации Олещенко Игоря и Константиновой Ксении. И сегодня, в присутствии ваших родных, ваших близких, ваших друзей, я обязана спросить вас, является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным? Поворачиваюсь себе сказать что-то хорошее, потому что ты сегодня взял из общественного мужского сословия всей нашей планеты, забрал самую прекрасную девушку, которую зовут Ксения. В нашей компании ты дал старт. Я думаю, что ты как тот помидор, который покрасил. Сегодня ночью не умрет ни один в портале! Ау! Ау! Ау!